В очередной 9 серии 7 сезона сериала «Склифосовский» вы узнаете о том, как Кривицкий оперирует новую пациентку, пострадавшую от нападения в цирке, и обещает, что сделает все, чтобы вернуть ей лицо. Павлова это не нравится, ведь у них нет отделения пластической хирургии. Толик обращается к отцу за помощью по просьбе Тани Третьяковой. Олейников-старший недоволен, но обещает помочь. Врачи хирургического отделения собираются на тренировку Куликов против участия Ханиной в игре. Кристина встречается с Ольгой и принимает ее предложение. После тренировки Брагин приезжает домой и встречает в подъезде доктора Полякова, работника отделения, которое возглавляет Марина. Куликов обещает Ольге быть с ней честным во всем. Ольга чувствует себя и вовсе неловко.